Всем привет. Скажу я несколько слов об УПГС. То есть продается в интернете вот такая система приготовления идеального распыления топлива, то есть спирты. По-простому, в такой коробочке. Вот сайт fueleconom.ua. Вот тут вот даже есть количество мощностной плюс экономичной партия. Вот это я покупал 17.06.12. Вот адрес изготовляется в Днепропетровске. В общем, вот в таком коробочке присылается. Сейчас я вам покажу. Значит, вот два АПГС. Здесь вот такая еще визитка. Тут написано адрес, телефон. Значит, вот сами АПГС, спирты. То есть они намного различаются, чем те, которые показывал Женя Травников. Не буду показывать, в чем. Вы можете пересмотреть видео и найти различия. Мои ощущения по езде. Значит, у меня стоял карбюратор 21083. Когда я поставил вот эти вот УПГС, то что у меня получилось? Это мое личное мнение, это не реклама, ничего. Мои замеры, тесты, наблюдения. Значит, когда заводишь на холодную, то есть легко заводится и сразу можно подсос убирать. То есть холостые как бы держат хорошо. Вот. Что очень удивило, особенно когда холодно. Обычно приходилось разогревать мотор, чтобы автомобиль хорошо тянул, а тут сразу начал работать хорошо. Вот такая вот штука. Дальше. Действительно экономия есть. То есть на 100 километров, на 0,5 на литр можно сэкономить. Ну, то есть, естественно, не жать на газовую, как сумасшедший. Но экономия есть. Минусов я в них не вижу. Да, разгон. Разгон тоже меня очень удивил. Получается, если сжать тапок в пол, то как бы разгон получается, ну, как бы сказать, не плавный, но не то, что как бы... Как бы дергается пинок такой, а так бы мягкий эластичный разгон. Ну, что-то напоминает с инжектором. В общем, минусов не вижу. Одни плюсы. То есть это нужно просто пробовать самим. Испытывать. По словам это не рассказать. Значит, вот они два УПГС. Они мощностной и экономичный. То есть вот это вот где диаметр этого диффузора больше, вот, вот этот вот, это получается экономичный, а там где меньше, вот, диаметр, это мощностной, то есть там отверстия насверлены в два ряда, но оно видно, то есть это не те ПГС, которые показывали Травников, Евгений, ну и другие. То есть, действительно, они работают, по крайней мере, на моем карбюраторе. Вот. Почему вы скажете, я их снял? Да потому что, если я поставил микропроцессную систему зажигания, что меня заменило вот эти вот ПГС, к тому же, в тот момент я поставил еще новый карбюратор 53-20. Конечно, можно было и с ними
Но меня все устраивает. Вот. Ну, хочу сказать, то есть еще хочу сказать, мне они как бы уже не нужны. Если кто хочет приобрести, обращайтесь в личку. Я вам подскажу, сколько я их отдам. Все, спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.